Хочешь ли ты продать свою душу? Реакция на грибок. Привет, меня зовут Пози, и добро пожаловать в абсолютно новый YouTube-симулятор в Роблоксе. Напомню вам, что мы с вами почти полностью прошли предыдущий симулятор. Там почти не осталось контента. Настало время чего-то новенького, чего-то свеженького. И прямо сейчас в эту игру играет 8000 человек. Нажми сюда, чтобы начать записывать. Так, смотрите, у меня есть полароидная камера. Мне кажется, или на такую камеру невозможно записывать ролики. Я не знаю, кто будет смотреть это. О, смотрите, когда я тыкаю на эту камеру, я получаю какие-то карты. На этих карточках наши файлы. Что я фотографирую? Я фотографирую стену, я фотографирую деревья, я фотографирую столбы. Супер, какие крутые здания. Просто шикарно. Почему я не могу просто зажать кнопку, и эти флешки сами будут собираться? Мне реально приходится кликать. А, что за отстой? Так, а нажми Е, чтобы записывать видео. О! Йоу-йоу, what's good, YouTube? It's your Pussy Bros, and guys, today we'll be doing challenge. О май гад, это было очень круто. Какой крутой челлендж мы с вами записали. Просто постояли на месте. Да, это самый крутой челлендж на планете Земля. Ну что ж, теперь нам нужно выгрузить все наши файлы на ютубчик. Присаживаемся. И нам нужно с вами открыть видеоредактор. ПО. Pussy Edition. Теперь нам нужно с вами экспортировать 150 файлов. А, click to edit. Так, закинул первый файл. О боже! О боже! Это что мы сейчас с вами монтируем такое? И почему так много слоев? Мне казалось, что я просто делал обычные фотографии, но нет. Кажется, я действительно что-то записывал. Хорошо. Выгружаем, выгружаем больше файлов. Все 150 файлов. Какие-то зеленые, какие-то голубые, какие-то фиолетовые. Вот фиолетовые мне больше всего нравятся. Так, экспортируем все эти файлы, как мы назовем это видео. Я не знаю, что я записывал. Я записывал столбы, записывал улицу, поэтому давайте мы с вами назовем этот ролик «Не смотри его». Это полный кринж. Тебе не нравится мое название? Ау! Он стер полное название видео! Назовем этот ролик с... Scattered. Так, загружаем этот ролик, готово. Открываем с вами Photoshop. И сейчас мы должны с вами сделать шикарную картинку для видео. Но почему не открывается с сотого раза? Так, растягиваем. Кликаем тут что-то. О! Он сам за меня фотошопит, он читает мои мысли. Это я, который играет в какую-то абсолютно новую игру. Но у меня аж там был челлендж. Шикарная превьюшка. Мне кажется, эту картинку можно даже поставить на мое видео. Я шучу. Так, называем файл thumbnail 1, нажимаем с вами save и закрываем с вами Photoshop. Теперь открываем с вами YouTube. И настало время загрузить видеоролик. Ставим превьюшку с каким-то непонятным трансформером с пулеметами. И нажимаем загрузить. И мы с вами получаем наши первые деньги. Вау! 15 баксов! 10 просмотров! Что происходит? Этот ролик наберет 10 миллиардов с таким названием «Скатерть». Самое популярное видео в мире. Ну что ж, мы можем с вами закрывать ютубчик и выключать наш компьютер. И спокойно удалять свой канал. Потому что я, если честно, до сих пор не понимаю, что же я здесь записываю. Так, я хочу прочитать все надписи, которые здесь будут появляться. Нажимай на лайк и подписку. Пожалуйста, смотрите мои другие видео. У меня всего лишь одно видео. Какие другие видео? Так, мы будем с вами делать невероятный челлендж. Всем пока. И это новое видео. Окей, мы возвращаемся с новым видео. Я говорю одно и то же, в принципе. Может быть, я могу себе купить какой-нибудь новый фотоаппарат? Может быть, я могу улучшить себе камеру, потому что снимать на фотоаппарат полный отстой. Каждый кадр приходится склеивать. Мне нужно купить реально новую камеру. Тут есть селфи-палка за 9 баксов. О, мне хватает на селфи-палку. Так, ладно, я хочу купить эту селфи-палку. Вот теперь-то я действительно похож на настоящего блогера. Только камера повернута не в ту сторону. Я должен как бы себя снимать и смотреть в экранчик. А, кстати, могу нажимать сразу на две кнопки. И так намного быстрее получается записывать. Мы с вами сделали вид, что записали видео. Хотя мы с вами прекрасно видели, что мы просто все фотографировали на улице. Давайте мы с вами сейчас смонтируем новое видео. Я хочу посмотреть, сколько максимум времени я могу сэкономить. Теперь нажимаю сразу на две кнопки. Оу! Полетели! Монтируем! Смонтировал за 2 секунды. Да, именно так я и монтирую свои видео. За 2 секунды. Я не придумал никакого названия для своего ролика, поэтому сразу переходим с вами в Photoshop. Интересно, какая на этот раз будет картинка. Ого, теперь на желтом фоне. Так, отлично, накладываем тени, добавляем стрелочку и... Это что? Это дракон, реакция на дракона, выпадение дракона. Теперь нам нужно с вами выгрузить этот видосик. Так, нажимаем upload и готово. Сколько я за него получил?
Вау, 15 баксов. Все так же. В принципе, ничего не изменилось. Этот ролик набрал целых 70 просмотров. Почему я не могу прочитать комментарии под этим видео? А, люди не хотят комментировать мои видосы, потому что они в шоке. Зачем он выложил свои фотки с таким замечательным значком для ролика? Ты можешь просто нажимать на мышку и будешь медленно делать щелчки. При этом ты можешь нажимать сразу на две кнопки и за секунду заполнить всю эту шкалу. У меня бесконечная энергия. Предыдущий YouTube-симулятор мне нравился немножечко больше. Там была энергия, там нужно было кушать, чем-то питаться. А тут мы с вами просто бесконечно монтируем, причем без остановки. Но, признаюсь честно, монтаж здесь намного лучше, чем в предыдущем YouTube-симуляторе. Мне это нравится немножечко больше. Хотя там было больше интертеймента. Я сделал картинку и третье видео выгружаем. Ну а оно-то у нас точно соберет 1 000 000 просмотров! 15 баксов в кармане! О, смотрите, делайте сразу 3 картинки за одну. То есть ты создаешь одну картинку, но получаешь сразу 3. Давайте мы с вами купим себе эту функцию. Этот донат называется «Тройные миниатюры за 49 робоксов». Это очень дорогие картинки. О, я могу просто сидеть и фотошопить? Серьезно? Вау, я научился быстро фотошопить. Так, реакция на банкомат. Так, давайте делаем вторую картинку. Реакция на грибок. На грибок на ногах. Опять дракон. Ну, в очередной раз я выбил себе этого легендарного дракона. Теперь у меня здесь другая эмоция. И что это? Реакция на игрока, у которого рядом какая-то крыса. Что ж, я сделал целых 5 картинок, и у меня куча картинок в запасе. Причем клонов. Стоп, а зачем мне столько одинаковых картинок? Ладно, это странный вопрос. Я не должен его себе задавать. Ну а теперь, я думаю, настало время зайти в магазин и задонатить в эту игрульку. Итак, что же я могу здесь себе приобрести? Давайте мы с вами посмотрим. Интернет-палка за 299 робуксов. И почему я не могу ее купить? Дом твоей мамы. Your mom's house. Ну давайте придем к своей маме. Это моя мама, что ли? Хочешь ли ты продать свою душу? Вот таким вот способом можно набрать просмотры на YouTube. Ты можешь получить каждый компьютер и любую камеру. Но тебе нужно всего лишь продать свою душу. Готов ли ты продать свою душу? Я заберу ее за деньги. И SD-место. За флешки. И камеру, и компьютеры. В обмен я дам тебе 5 токенов. Хочу ли я продать свою душу? Окей, соглашаемся. Ты действительно желаешь продать свою душу? Да! Что у нас в сундуке? О, а, у меня 0 токенов. Ты не стал покупать мою душу, судя по всему? Я чуть не продал душу дьяволу, которая оказалась моей мамой. Слишком выгодное предложение. Как ты туда забрался? Я справедливость. Слезай давай, ты что, с ума сошел? Он же упадет. О, 299 робоксов, интернет-палка. Так, я покупаю ее. Place next to a computer. Так, я получил суперпалку. Но почему-то я не могу ее использовать. А, нажми на свой компьютер, чтобы получать космическое количество денег. Ты можешь использовать всего лишь 3 интернет-палки на 1 компьютер. Тогда давайте я сейчас попытаю свою удачу. Где же моя магическая палка? Вот она. Ставлю ее прямо возле компьютера. И давайте я сейчас попытаюсь что-то записать. Посмотрим, насколько много денег я буду получать. Так, быстренько записываем видео. В принципе, я записал видео. Большое спасибо. Я думаю, что вы примерно так видите мои видосы. Присаживаемся с вами за компьютер. И сейчас я реально получу очень много денег. Закидываем сюда абсолютно все файлы. Вот так вот. 150 файлов, готово. Так, upload. Давайте загрузим видео. Поставлю самую яркую картинку с грибочком. И нажимаем загрузить видео. Итак, сколько же мани я получу? 4 бакса? Вы чё сейчас, блин, прикалываетесь? Так, а как работает эта палка? Connect. Подсоединяем к своему компьютеру. Оказывается, ее нужно было присоединить. Блин, как же я жестко затупил. Я получу 48 энергии. Так, экспортируем видео. Давайте сейчас этот файл быстро отрендерится. Теперь мы с вами заходим на YouTube. Загрузить. 48 энергии. Так, может быть, людям не понравилась моя картинка, поэтому давайте поставлю банкомат. Итак, я получил кучу рубинов и что-то как-то денег стало не больше. Хотя эта штука присоединена к моему компьютеру. X2, я могу получать в 2 раза больше флешек. Опа, я получил 2000 флешек. Правда, у меня самая отстойная камера на земле. Хочу купить здесь абсолютно все. Мебель для дома. Давайте посмотрим на то, что мы не можем себе позволить. Вау! Крутые игровые кресла. И сколько же они стоят? 250 рубинов. Где я, блин, вам достану 250 рубинов? Их можно задонатить. Я буду донатить себе на 1 000 000 000 рубинов. Ладно, 5000 рубинов для старта хватит. Что я куплю себе? Давайте я куплю себе сразу же самое крутое игровое кресло. Какое кресло мне больше нравится?
Я всегда хотел себе какое-то бирюзовое кресло. Хотя и то, что у меня сейчас, тоже шикарное. Розовое, фиолетовое. Супер. Берем фиолетовое кресло. Я должен купить себе теперь это кресло. Используй код. Я не могу его себе позволить. Так, это что? Это задний фон. О! А это у нас шумоизоляционные панели. Для того, чтобы в нашей комнате не было эхо. Сколько таких панелек я себе возьму? 10 штук. Я могу застилизовать свой дом. Так, а сколько стоит новый дом? Потратить 100 часов в игре. Я сделаю самый яркий дом на планете. Чтобы у всех выпадали глаза, когда они смотрели на мой дом. Да, мне точно не хватает кровати и толчка. Я буду покупать абсолютно все. Я куплю все, что только увижу в этом магазине. Как будто бы я пришел в Икею, из которой мне никогда не выбраться. Холодильник, кровать, еще кровать, беговая дорожка. Надеюсь, это все поместится в мою маленькую миниатюрную квартирку. Я даже не смог потратить все рубины. Может быть, телек себе куплю новый какой-нибудь? Ага. Это все одно и то же. Баскетбольное кольцо еще забыл купить. Буду играть в баскет дома. Это, наверное, фантазия какого-то безумного школьника. И да, это я. Заходим домой. Ну что ж, настало время апгрейдов. Так, для начала давайте-ка я сейчас удалю вот это вонючее, поганое кресло. И компьютер я свой удалю. Все, я все удалил. Я хочу, чтобы у меня было все новое в моем доме. Так, двухспальная кровать. Где она будет у нас располагаться? Вот здесь вот. Шумоизоляционные панели. Давайте-ка мы здесь все обклеим. Просто вот все обклеим. Вот сюда одну. Так звук будет намного лучше. Все, кажется, я достаточно заапгрейдил. Я просто их поставил в хаотичном порядке. Как будто бы это какие-то торчащие кирпичи из моей стены. Давай-ка диван поставим угловой. Правда, здесь нет места для углового дивана. Но пофиг. Поставлю его здесь. Теперь давайте мы с вами приступим к полкам. Нет, туалет. Туалет будет прямо возле дивана, чтобы ты мог срать и смотреть на стену. Что я сделал? Я уничтожил кресло. Нет, я поставил здесь бетонную стену. Я создал какое-то безумие у себя дома. Я лучше уйду из этого дома. Я по-прежнему не купил себе новую камеру. Так, давайте мы сейчас с вами себе накликаем 1000 кликов. Это у нас будет самый активный монтаж роликов. 700 файлов нужно выгрузить. Я закрыл монтаж. Все заново. Камон! И что мне так каждый раз выгружать файлы? Это ж безумие. 700 файлов. Какой безумец будет делать из этого блок? Из 700 файлов. Теперь давайте просто загрузим это видео на YouTube. Если этот ролик соберет мало просмотров, то ну его в баню. Так, давайте попробую превьюшку с песиком. Так, выгружаю это видео. И я получил за это $94. $94. Никто по-прежнему не подписался на мой канал. Все. О! Один подписчик. Два подписчика. Боже, я не верю в это. Я не верю в это. Срочно покупаем новую камеру. Срочно. А, нет. Стол. Апгрейдим стол себе, конечно же. А теперь куплю себе новую камеру. Я буду записывать ролики на фен для волос. О, ну, кстати, смотрите, как быстро набираются SD-флешки. 4 подписчика наконец-то на мой канал начали подписываться. Самое главное, что мы с вами сделали выводы. А выводы очень простые. Никогда не сдавайся. Я набрал 1000 флешек. Отлично, все. Я думаю, этого достаточно. Больше я не буду работать на этом вонючем компьютере. Теперь я буду работать на вот таком вот розовеньком доисторическом компьютере. Что это вообще за комп такой? Кто-нибудь знает? О, да! Смотрите, как файлы быстро сбрасываются! О, мне всего лишь что нужно было купить новый комп. Так, теперь загрузим самое-самое крутое видео. Я получил целых 100 баксов. И у меня на канале 12 подписчиков. Скоро я стану самым популярным в мире. Я хочу купить себе эти токены. Как мне их получить? Я хочу выбить себе какую-то награду. Ребята, 100 баксов, пора покупать новый компьютер. За каждые лишние доллары я буду покупать себе новый компьютер. Камера у меня просто шикарная. Я почти набрал 100 подписчиков. Спустя 1000 лет. 1000 файлов. 1100 файлов. Ладно, все, 1200 файлов. Этого будет достаточно. Все, я поставил еще более лучший компьютер. Экспортируем все файлы. Лучше бы сразу вы мне подарили такой компьютер, а не вот это вот все. Интересно, какие новые картинки я могу делать на компе? Или они будут все те же самые? О, нет, смотрите, новая картинка. Такой у меня не было. Посмотрим, как с ней зайдет ролик. Что ж, мы выгружаем его и... О май гад, 127 баксов. Я самый богатый в мире. Один ролик собрал целых 2000 просмотров, вы представляете? А это видео может собрать и 5000 просмотров. Ой, я могу поменять шапку своего канала. Хе-хе. Поставлю фиолетовый цвет и поставлю желтый фон для своей аватарки. Что ж, это самый скучный YouTube симулятор, в который я когда-либо играл. Признайтесь, вы тоже чуть не уснули. Ну что ж, ребята, большое вам спасибо за просмотр этого ролика. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. И увидимся с вами в следующих видосах. Адьос.